за Орду! Мой меч! Голова Орды! Здравствуйте, смертные, с вами снова Павел Первый, вы продолжаем играть в World of Warcraft, и я тут кое-что интересное дошел. Давайте подойдем к этому гоблину и смотрите-ка. Эй, дружище, я кое-что знаю о тебе. Тут кое-что знаю, тебе понравится. Итак, ребят, победаем квестик двух гоблинов, которые нас постоянно обманывали. И что в итоге мы имеем? Эй, как дела? Слушай, приятель, мои здешние осведомители нашептали мне, что у тебя были дела с братьями шестихватами. Думаю, ты до сих пор на них зол. Правильно думаю? Я, скажем так, тоже не очень дружу. Так что, как тебе такой план? Я поделюсь с тобой кое-какими наводками по поводу того, где они сейчас прячутся, а потом, может, себе вдруг произойдет несчастный случай. Если ты понимаешь, о чем я. Ах да, захвати-ка с собой пару-тройку друзей. Сводить с братьями будет не так просто. Так, окей. Счастливо! Мы с тобой не знакомы, лады? Да, лады. Ох ты. И как мне туда добраться? Хотя, да, я ж вчера там был. К слову, я вчера бегал, исследовал зоны все, чтобы к ачивке я был готов. Так что самые простые пунктики, можно сказать, уже выполнены, все разведано, сюжетка выполнена. И мы, в общем, готовимся к тому, чтобы это самое... Это честь для меня. К чему мы готовимся? Офиг его знает, к чему готовимся, я быстро так что потерял. Не суть. Вот. В Талисри, конечно, мы вернемся, хочу несколько этих побочных квестов повыполнять. Вот, сделаем их, вернемся к Далисре, думаю. Да, заодно я сейчас ищу данж, чтобы добить свои души. Там 4 души осталось для оплота. Я очень хочу посмотреть, как пойдет оплота. Но это не самое главное. Самая главная печаль для это стерва Зера. Просто посмотрите, насколько она охренела. Добыть 40 душ с финальных боссов. С боссов финальных падает одна душа. Максимум. Причем, кажется, я 3 данжа в 3 данжах побегал, где-то так. Попало 2 души. 2 кару. И в неделю еще самое смешное, главное. Можно получить не больше 20 душ. То есть этот квест хотя бы неделю придется выполнять. И, на мой взгляд, это довольно тупо. Ну и печально, конечно. Ну, к слову, хорошая локалочка там упала. Можно будет ее выполнить. Ну, я, естественно, побегаю, выполню ее, и мы вернемся к нашим делам. Наверное, показывать я этот процесс не буду, конечно. Мало смысла. Здесь нам говорят, группы надо выполнять. И без группы изи выполню. С моей метаморфозой это постоянный, который КД 45 секунд. Вообще не изи. Да что? Да что это? Кто фигней занимается? Так, давайте пока идет готовность. Нет, не идет, окей. Есть ли смысл показывать еще раз? Ну давайте. Чародей Наран пропал в катакомбах. Узнай, что с ним стало, и возвращайся ко мне. Окей. Тем более, это лишняя локалочка вообще к списку локалочек. Надо выполнять. Осталось там немного, около 20 штук выполнить разновидности этих локалов. Проблема в том, что уже все чаще и чаще встречаются те, которые были. Я вчера так уже плотненько позагибался этим делом. У меня нет цели. И должен сказать, это не так уж и просто. Еще, к слову, я понял, что со стражами беда у меня, потому что со всеми остальными у меня
уважение, фракция. А со стражами мне я только дружелюбие цель. Успел накопить. Значит, надо будет делать делики, ну не делики, задания Керенторы сразу качать на страже реку. Так, наверное, круче будет. В любом случае, репу со стражами придется прокачать, поскольку это одна из частей выполнения достижения первопроходца. И волей-неволей придется выполнять. Так, ребят, что стоим, кого ждем? Что делаем? Куда идем? Окей. Кстати, меня, конечно, радует то, что в сюжете очень внимательно обращают на все детали. Но вот что печалит, вы видели же, что Талисра опять как иссохшая выглядела. Как в начале сюда мы зашли. Вот это печалит. Типа, могли они и это учесть тоже, раз уж на то пошло. Не такую мелкую деталь. Типа, да, понятное дело, что скорее всего... Ну, точнее, не скорее всего, а мы проходим это в то время, когда она была именно иссохшей. Потому что оттуда квест ее идет. Хотя нет, это локальное задание, это локалка. Ну, типа локальное задание было, когда... У меня нет цели. Когда нам сказали сюда пойти. Не знаю. Не могу. Короче, достать. Могли и учесть. Или хотя бы, я не знаю, может объяснение какое-то это будет. Хорошо. Вообще, чем скорее завершим с катакомбами, тем лучше. Вернемся к нашим делам. Ну, благо, это дело не такое долгое, минут 10-15. Это вообще хорошо, конечно, что затянутыми такими... Мне нужна цель. Больше не является данжи. Что порой бесит тебе тут по полчаса находиться. Соу, я побывал в крепости Черной Ладьи, и кажется, я понял, что на ролик я ее не записывал. А выглядит она довольно классно. Шикарно, опять эта дурацкая ошибка, я сейчас не зайду, походу. Так, ну, в этот раз... Не могу атаковать эту цель. В этот раз вроде не выкинула меня игры, когда я зашел снова, это хорошо. Вообще это печально, что тут такое и выкидывают. К слову, я сейчас больше не буду пока дальше качать это артефакт свой, пассивочку тут. Пока сохраню силу артефакта на все это дело. Посмотрим, какие особенности теперь достать. Открыли там. Откроется нужно там. Если откроется вообще, да и насколько я знаю, все равно не дальше будет открываться, поэтому буду просто качать уже. Не вижу смысла вкачивать эту ловкость безумно большую, так, которая практически уже не растет. Ну сколько там уже сейчас встает? 7300. У меня нет цели. Не будет особо большая разница. Добавление ловкости. Нужно подойти поближе. Слишком далеко. Ну вот что дает? Увеличить мощность вашей атак способностей.
Спасибо, я в карантине. Ребята, закрыт на карантин. Ай, какая ты чурдая дыра. Так, вторая душа, еще две осталось. Ну, это соберем однозначно. Так-то вот как раз хороший данж попался на 5 боссов. Будет 4 души. И, возможно, одна из нужных. Ну, блин, конечно, жесть, 20 душ в неделю. И 40 надо добыть в общей сложности. Это очень долгое задание. Ну, возможно, оно того стоит. Посмотрим, ради какого мультика или катсцены мы, в общем, будем гоняться за ними. Еще интересно проверить теорию насчет рейдов. Будут ли там давать, или это только касается именно данжи. Если только данжи, ну это довольно печально. Тогда придется 2 недели минимум добывать. Это еще хуже. Я не хочу настолько задерживаться. Так. Кто там дальше? Так, что стал? Интересно. Локалочку-то все выполнили? Или это только моя? Осталось. Блин, вопрос с вариантами одними и теми же. Забавно. У меня нет цели. Не могу достать. Я не могу атаковать эту цель. Почему он бесконечно крутится? Сначала нужно выбрать цель. Здорово. Мы тебя изи, короче. Я так понимаю, заклятый враг действует не только для нас, но и для всех остальных. Что получаем урон для этих целей. Потом нам дают сбавку на 25 дамага по таким-то существам. Вообще развалилось. Как нефиг делать. Держать строй, бараны! Оборонять пролом и ждать приказаний Гултана! Слишком далеко. Так, эй. Здесь локалку не выполнишь, наверное. Не знаю, будет ли кто-то возвращаться локалку выполнять. Надо будет придумать, как спасать жопу. В принципе, я могу одному-двум соло сопротивляться против элиты. Через метаморфозу. Она меня дико спасает. Но если там будет толпень такая... Я не знаю даже как. Правда, вот я не уверен, что таким я смогу противостоять. Такие жирные, капец, 20 лямов. Таким я смогу мне противостоять, они легкие. Долбаные бесы. Слушай, чуть не помню такого, когда в первый раз к такому проходил. Ой-ой-ой, взвотрите на нее, а. Танцует, блин. Готово. Ладно. Допустим, демона, это жесть какая-то. Сначала нужно выбрать цель. Блин, еще мачу свою тут разбрасывают демоническую. Сначала избавляемся от
миньонов, как обычно. Потом босс. А, это и не босс был. Хорошо, что не прожал заклятого врага случайно. Неподходящая цель. Готовы. Атаковать эту цель. Ну, у нас очень прокачанные союзники. Ужас, как они быстро падают. Надо немного похиляться. А то дела мои фридовые. Давненько мы не занимались уборкой в катакомбах. Я так полагаю, мы имеем дело с нашествием крыс. Так, я надеюсь, сюда сейчас пойдем мы. Дверки-то больше не стоят. Не хочется задавать глупых, тупых вопросов. Так, ну давайте. Да, мы идем выполнять локалочку. Шкос. Капец, фигня, у него так много капа. А, как я рад тебя видеть. В этот раз я смог сдержать их атаку, но будет скоро сюда явится еще. Элементали чувствуют здесь нечто странное. Защищайтесь! Если это все, от чего тебя надо было удержать, старик, было как-то слишком просто. Неподходящая вам она змея. Нужно подойти поближе. А, не могу двусторонняя атака. Ну, типа все равно, возможно, бы я даже выдержал. Это только начало, столько энергии в одном месте, суши непременно сюда потянутся. Ага. Еще и волнами держать должны. Враг атакует! Это очень плохо, да. Хорошо, что я выполнил это в группе. Не знаю, как бы пытался я вытаскивать, но я не в группе. Уф, еле отбились. Я уже думал, они будут пребывать бесконечно. Да, еле. Еле. Ты давай вали. Что это? Ночнорожденные? Это все, что осталось от моей силы. Забери ее и уничтожь, предатель. Нужно подойти поближе. Не могу достать. Если бы не ты, мы бы потеряли Нарана. Спасибо, я у тебя в долгу. Все, этот был последним. Оставшиеся крупицы силы я использую на то, чтобы спастись отсюда. Прощайте, друзья. Старик, а ты не мог спастись немножечко раньше? Ладно, дело сделано. Я не затем прожил 10 тысяч лет, чтобы меня одолели какие-то крысы. Проводник силы ночного колодца. Я ночнорожденный.
Окей. Фоу каждый раз случайным образом выкидывает. Даю. Толя даже уже положить успели. Так, ладно, соберу пока сундук. Довольно. Вы что-то совсем распоясались. Ну, сейчас доводилось положим ли вам видеть такую положим силу? Его. Вот уж не думаю. Ну, готов. Сначала нужно выбрать цель. Вам этого не простит. Капец. Один фрагмент. Вот теперь вы понимаете, да, как мне сложно и долго придется со всем этим париться. Конечно, к тому времени, когда этот ролик выйдет, я уже далеко-далеко отсюда буду, но тем не менее. Итак. Ладно. Поехали искать наших преступников мелких. И разбираться с ними. Ну, хотя бы капоту я уже готов, это уже хоть что-то. Так, надо придумать, как мне по-легкому добраться до опыта. Отстаньте от меня, драконы. Короче, надо придумать, как по-легкому пробраться к этой скале. Там есть, конечно, крюки, но я тогда перебирался через море на малюсенький вот так вот этот островочек, который там рядом, вот прям точечка маленькая на карте. Аж туда мне... Так, меня в покое оставьте. Я не собираюсь драться с войдами Альянса. Вы чё, бальды, что ли, PvP своё? Ой. Ну, немножко удачно, скажем, упал. Так, да, крюков не наблюдается. Наверное, придется. Ой. Ай, хотел полетать, в итоге все скинул. Ладно, взберемся на этот островочек, он наш единственный. Надежда. Да, даже здесь крюков нет. Благо я вроде как помню. Во. Как сюда забираться? Хиляться не помешает мне. Поэтому извините, вы моя жертва. Необходимая. Ну не напрасная. Так, вот на той сторонке. Эй, давай стреляй. Так. Дети. Прикольно. Нас тут уже ожидают. Оп, гоблины. Или их подобие, или что это? Я не могу атаковать эту цель. Ключ? Неподходящая цель. Понятно. А чего он?
Ух ты. Вот оно как. Опять ты! Проныра! В атаку! А, я так понимаю. Перегрузка системы! Вот так! Да блин, прыгай! Я не могу запрыгнуть. Так. Ладно. Перегрузка системы. Похороните золото за мной. Один готов. Интересно, о чем думали, если я смог таких сильных одолеть, которых они не смогли сами. Я их не смогу одолеть. Закончится пистолетный обстрел и готово. Ну, все это было довольно просто. Нечестно, ты жульничаешь. Окей. И что там, кажется, это здесь братья Шестихваты хранят свои самые ценные трофеи. Разделавшись с братьями Шестихватами, вы наконец сможете забрать вознаграждение за свои услуги. Вырвайтесь в их сокровища, выбирайте ценности на свой вкус. А почему я все не могу забрать просто? Ах, ладно, беру самое... Карты, деньги, два гоблина. Ага. Шикарно. Ачивочка. Так, что тут? Моток, мясистые ребрышки, клюв. Ой, надо это все как-то продать. Окей, дальше что я буду сейчас делать? Дальше, наверное, мы вернемся к Талисре и ее квестику. Хотя не. Возможно, не к Талисре. Возможно, мы пойдем оплот сейчас выполнять. Да, давайте пошли в оплот. Там я продам весь вот этот свой мусор, который накопил. Выручу за это еще денег. И пойдем в новый мир. Новый мир — это всегда круто. Да ё...